мой дед Аксенов Николай Федорович родился в мае 1925 года. На фронт его призвали в 1942 году, на тот момент ему было 17 лет. Он прошел всю войну и принимал участие в освобождении Белгородской области. 19 января 1943 года мой дед принимал участие в освобождении Валуек, Уразова и Волоконовки. В составе Красной армии он также принимал участие в освобождении еще 11 городов, в том числе и Праги. За свои заслуги он был награжден медалью. А еще в его копилке есть орден Отечественной войны второй степени. Им награждали людей за особые боевые заслуги. Удивительно, но при жизни о событиях тех дней, о войне, дед ничего не рассказывал. Он ушел очень рано, в 1989 году. На тот момент мне было 8 лет. И я отлично помню тот хмурый осенний день. Мы с братом шли во главе гроба и в руках несли красные подушечки с его наградами. С тех пор прошло 28 лет, но в нашей семье мы бережно храним память о нашем герое Аксенове Николае Федоровиче. Генеральный партнер проекта – Центр света «Эдисон». Свет вашему дому. Партнеры проекта – Влад Бизнес Банк. Территория выгодных предложений. Магазин «Автоэмали». Все для покраски автомобилей. Сеть магазинов «Ручеек». Бытовые и промышленные фильтры для воды. Компания «Еламед». Производитель медтехники номер один в России.